Специалисты Россети «Северный Кавказ» Карачао-Черкесскэнерго провели серьезную работу по подготовке к предстоящей зиме. Отремонтировав около 140 километров линии электропередачи различного класса напряжения, что составляет почти 100% от плана. Помимо этого выполнен ремонт 216 трансформаторных подстанций и 16 трансформаторов. Эти работы также выполнены со значительным опережением плана. Особое внимание во время подготовки к осенне-зимнему периоду уделяется энергообъектам, питающим курорты Теберда, Домбай и Архыз. Выполнен весь комплекс мероприятий, который был намечен по ремонту основных подстанций и сетей. Также в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода проводится осмотр оборудования. При выявлении дефектов все устраняется для бесперебойного электроснабжения потребителей. По словам Рената Хачирова, потребители электроэнергии могут быть спокойны, неприятных сюрпризов этой зимой не будет. Ведь все работы по подготовке к холодам либо уже выполнены, либо будут завершены в ближайшие дни. В первую очередь это касается энергоснабжения республиканской столицы. В рамках ОЗП по черкесской группе подстанций, конкретно на данной подстанции, подстанция Южная, она питает южную часть города и центр города. Мы выполнили полный объем запланированных работ, а именно текущие ремонты, средние ремонты. У нас все 6 объектов по черкесской группе подстанций. Все, что было запланировано, полный объем работ выполнили. Также в рамках подготовки энергосистемы к пиковым нагрузкам завершается монтаж системы плавки гололеда на двух высоковольтных линиях электропередач в Прикубанском районе. Завершить основные работы по подготовке энергетического комплекса филиала к осенне-зимнему периоду планируется до конца сентября. Беслан Туаршев, Ливан Задзами, Архыз 24.